Добрый вечер. В эфире информационная программа «Новости 24 Саратов». Исчезновение бывшего сити-менеджера Саратова, скорее всего, связано с уголовным делом о краже денежных средств поставщика коммунальных услуг компании «Волжская ТГК». По крайней мере, так предполагает прокурор Саратовской области Владимир Степанов. На пресс-конференции он пояснил журналистам, что вопросы о причинах розыска чиновника нужно задавать полиции, а не прокуратуре. Напомню, бывший глава администрации Саратова Алексей Прокопенко на днях был объявлен в федеральный розыск. На сайте регионального управления МВД говорится, что экс-чиновник разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Прокурор Степанов предположил, что имеется в виду статья «Мошенничество» и уголовное дело о хищении у местного филиала Волжской ТГК 500 миллионов рублей. Есть версия, что мошенники через фирму собирали платежи за коммунальные услуги и перечисляли их на счета подставных организаций. Арестовано 4 человека, расследование продолжается. Я предполагаю, что бывший сити-менеджер был вызван на допрос, на который не явился, и в связи с этим объявлен в розыск. А с учетом того, что его местонахождение на сегодняшний день неизвестно, и родственники, по всей видимости, должны, наверное, обратиться с заявлением в полицию, для того, чтобы сами должны инициировать его розыск. Что вы так улыбаетесь? Как без вести пропавшего. Как без вести пропавшего.